Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Виктор Бали. Сегодняшний совет будет такой. Постарайтесь раз в неделю или хотя бы раз в две недели поститься. Что это в себя включает? Например, пейте свежие соки и ешьте свежие фрукты. У меня есть знакомая, которая каждую неделю один раз вообще ничего не ест. Но это, может быть, не каждый из нас может сделать. А, например, пить свежие соки и кушать свежие овощи или фрукты, это может каждый. Тем самым это очень положительно влияет на нашу силу воли, потому что мы подавляем этот импульс кушать все больше и больше с возрастом, да, потому что желудок растягивается. То есть было бы хорошо вот такое временное воздержание, хотя бы один день в неделю или один день в две недели. Вот представь себе, если, например, даже один день в неделю, то это за год получается 50 с лишним дней, да? 50 с лишним дней мы будем отдыхать, наш организм будет отдыхать. Раньше много людей постилось, сейчас меньше, и это никоим образом не связано с голодом, то есть за один день обычно ничего не случается. То есть просто-напросто пейте свежие соки и кушайте свежие овощи или фрукты. Вот такой маленький совет. Значит, я тоже над этим работаю, чтобы поститься хотя бы один раз в неделю. Раньше я делал голодовку. Однажды я 4 недели ничего не ел, да, и выходил потом постепенно. 16 килограмм потерял. 4 недели я ничего не ел. Это было в Киргизии. Но у меня проблема была, у меня была язва, открытая язва. Она кровоточила, и у меня был единственная альтернатива — хирургическое вмешательство. Что я, конечно, не захотел. Я взял книги на тему язвы и начал изучать этот вопрос. И к чему я пришел, что язва, если оставить ее в покое, она зарубцовывается, она сама по себе заживает. Да? И вот я оставил ее в покое, 4 недели я пил дистиллированную воду, в аптеке покупал. Да, дистиллят, и я полностью изменился, можете себе представить, 16 килограмм, да, так где-то 14-16 килограмм потерял, и выглядел совершенно по-другому, как сейчас, в Германии обратно поправился. Ну, вот такая мысль у меня есть, тоже я запланировал себе немножко поработать в этом направлении. Поэтому просьба к тебе такая, если у тебя такая возможность есть, и это было бы очень здорово для тебя, для твоего здоровья. Ну, естественно, тоже для бизнеса, когда мы здоровы, мы можем лучше работать. Итак, совет, давайте поститься хотя бы один раз в неделю или один раз в две недели. И тогда у нас будет все намного-намного лучше с организмом. Итак, пока. Желаю тебе удачи. С тобой был Виктор Балит. Пока-пока. До следующего ролика. И если какие-то ролики еще не посмотрел, выбери время и спокойненько просмотри все. Тем более, что они у меня не такие уж большие. Да? Будут какие-то советы, напиши, звони. Я рад с тобой всегда контактировать. Всего доброго. Пока-пока.